Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаю приготовление только и решила для вас сразу озвучить, что мы будем делать в этом видео. Южная корона, курица, тушка у меня целая. Половина тушки у меня зерно, бройлер, и половина тушки у меня пурина, бройлер. Будем пробовать и сравнивать. Буду использовать чеснок, соль, перец. Все. Каждую из этих дегустируемых куриц я засуну в отдельный рукав. Вот это зерно будет с красной ниткой. Эту курочку пурина укладываю в рукав с белой завязкой. И возникла мысль, не отгорит ли белая и красная нитки, поэтому в этот пакетик засуну еще ложку. Ложка-то уже не отгорит. Ну и самая большая курица сделана с утяжками, которые в упаковке идут к рукаву. Это южная корона. Все ставим в духовку на один противень. И буду при 180 градусах сначала. Нет, сначала, наверное, сделаю 200 градусов, полчасика, а потом на 180 и еще полчасика. Час всего, я думаю, курицу буду делать. Она у нас очень быстро готовится, в принципе. Поэтому, думаю, часа ей хватит. Бульона вылилась в поддон. Вот что я получила на утро. Черное, не смотрите, это не сгорело. Это перец. Здесь ложка, если вы помните. А вот эту курочку я открыла. Это та, что южная корона. Вот такая она. Не пережаренная, не тушеная даже скорее, чем зажаренная в духовке как-то. Три пакета. Все. А Саша считает, что дегустацию нужно делать с холодным мясом. Посмотрим. Ничего здесь нету. Соль, перец еще раз. И все. Немножко, чуть-чуть чесночка. Hello. Так. Сейчас будем наваливать. Смотри, чтобы мод не свалился в кадре. Это будет очень смешно. Я знала мужика, который плавал и челюсть потерял. Это про меня история. А что ты говори? Это говори мотор. Дубль один. Мотор. Дубль раз. Дубль раз. Так. Давай. Что делать-то? Еще раз. Нюхать. Три курицы. В одной ложке нет, нитка белая, тарелка белая. Во второй нет ложки, нитка красная, тарелка красная. Третья будет на синей тарелке. Можно вопрос? Да. А ложка зачем? Если бы сгорела нитка, то ложка дала бы мне понимание о том, что там за курица. Вот это инженерный подход. Ну так, с кем живу. Так, я уже положила в белую тарелку из белой нитки, вот этой. Теперь я кладу кусочек из красной тарелки в красную. Из красной нитки в красную тарелку. Так? Хомут. А хомут, да, он базовый, так скажем, комплектации. Рукава. Так. Есть такое дело. Все, да? И сюда такой же комплект кладу, правильно? А почему это с перчиком, а это без? Потому что переверни, и будет с перчиком. Так, второй и третий тоже. А здесь тоже с перчиком, другая сторона. Да. Чудо. Бинго. Та была с двух сторон. Так, ножка, ножка. Ну, давай ножка тут отдельно порезана, да? И бедро. Да, я бедро сам не буду, я не люблю бедро. Ну, ты для дегустации можешь отведать и бедра тоже. А белое мясо-то будет, нет? Да, вот тут грудь дам. Дать? Конечно, дать. Да. Ты не перепутала ничего? Нет, взялся за грудь. А скажи, здесь нету груди? Здесь кусочек груди у крылышка, вот здесь вот он, видишь? Ну это не... Я тогда лучше тоже у крылышка возьму кусочек. Хорошо, тогда я не буду это кладывать. Не надо, ну, так, чтобы одинаковые кусочки Все. Были. Все, сделано? Сделано. Чё? Теперь что тебе нужно? Вилку или ты будешь руками, как всегда, есть? Руками, как всегда, конечно. Я всегда руками ем, особенно суп. Ножик я тебе тоже дам. Давай. Вот. Так, чего? С чего начинать-то? С чего хочешь, с тобой начинай. Ну. Водичка, овощи для променажа. Ага. Так, начинать чего, с грудки? На кусочек прям откуси грудина. Ножик, зачем нам ножик? Ну что? Ладно, да, действительно. Это ж не рыба. Можно есть руками. Еще раз белая нитка. Угу. Так.
Ты с другой стороны кусай. Я на ускорение поставлю, когда он жевать будет. Угу, обязательно. Барабанная дробь. Первое место, второе, третье. Тебе больше всего синяя тарелка нравится, да? Ну, пока вот я сейчас... Красная. Подожди, второе. Я только по первому заходу как бы... Красная, да? Второе и белая третье. Да. Все ясно. Водичкой рот прополоскай. Ты с ума сошел. Так, дальше что? Ножка пошла? Ножка, хорошо. Давай ножку попробуем. Ни хрена не понял. Блин, а сейчас я не понял нифига разницу. Вроде на вкус одинаковые. Но ты можешь сказать, что есть какое-то вот отличие, кого-то ты можешь у лидера выдвинуть? Ну вот сейчас вот по ножке... Нет, по груди, может быть, я что-то не понял сейчас. Сейчас уже или я приелся, или различий особых нет. Но вот по жесткости есть различия. Вот сейчас явно. Я это прям... И что тебе кажется? Это самое мягкое. Белое? Да, вот это вот среднее. Вот это вот все комфортное. Это тоже комфортное, но она как бы по... Плотнее? Поплотнее, да, вот эта вот курица. Угу. Ну, не знаю, по вкусу, ну, приблизительно одно и то же. Может быть, чуть-чуть вот впечатление такое, что различается именно вот по комфортности потребления, по жесткости пережевывания. Не знаю, как еще сказать. Так, давай еще, что еще попробовать? Попробуй помидор тебе. Не знаю, что еще попробовать. Все, ты, в принципе, свой диагноз весь, да? Сказал. Да, сказал уже? Теперь я скажу. Ну, давай. Знаете как, если я все это смешаю, мы в жизни никогда не поймем, где какая курица. Ну, скорее всего. Но вот это пожестче. Еще раз попробуем. Синяя пожестче? Да. Вот эти две практически неотличимы. Может быть такое, что есть еще особенности. А, еще, да. Это может курица, это может петух. Например. Может такое быть. Или, да. У нас, кстати, есть птичка, которая там 47 дней, 45 дней, допустим, да, и 50-55 дней может быть, допустим, да. На одном из этих вариантов, допустим. Может быть, да? Конечно, та же, это та же пурина, которая докормлена зерном, скорее всего, более взрослая. А, ну да. Логично, да. Короче, по вкусу говорю, они приблизительно одинаковые. Ну, даже не приблизительно. Да, у тебя есть разница? Ты почувствовал какую-то разницу, нет? Я могу сказать, что вот это, но я не помню, что с белой ниткой. Пурина просто или пурина с зерном? Она самая мягкая. Белая, я бы сказала, вот, что самая мягкая. Вот. Согласен? И я так сказал, ты, да, вот белая, самая мягкая. Это второе место по мягкости, а это третье. Вот тут я могу еще как-то варьировать. Не. Нет, она сказать. Мягче, чем вот это. Вот это еще раз попробуй. Да, но синий тарелок и плотнее мясо. Плотнее. По вкусу сложно сказать, они приблизительно одинакового вкуса. Но вот это более насыщенная какая-то куриная, мне кажется. А вот это более нежная, какая-то такая воздушная мясо. Кстати, более комфортная. Да, наверное, более комфортная вот это. Угу. Более комфортная для кого? Наверное, для детей даже больше. Угу. Что по мягкости. Потому что взрослый человек может любую жевать, не переживать. Ну, в итоге что? Какие выводы? В итоге, как всегда, любая дегустация заканчивается без выводов. Угу. Мы вам просто описали, а тут уже сами решаете, какое вы хотите мясо. Есть любители более плотного мяса, есть любители менее плотного мяса. Но некомфортного мяса здесь нет вообще. То есть того, ну, да. Которое бы вы сказали, что... Знаете, сапог, я да.
Когда многие нахваливают, там, допустим, тех же самых суповых петухов, которых можно пожарить. Я таких пока суповых петухов не встречала, чтобы мясо было комфортное, чтобы дети, допустим, кушали супового петуха, пожаренного, даже самого молодого, и причмокивали. Моя сегодня сами увидите, как себя вела. Тест курицы «Южная корона» на жевание. Ну что? Вкусно? Да. Будешь еще? Да. Будешь еще? Хорошо. На. Давай, ешь. Обнимаю вас. Обнимай всех, да. Воздушное... Внимание, воздушное внимание. Здорово. Так, воздушное внимание. На еще кусочек. Не чавкаем. Ротик закрываем, когда кушаем. Ты же ешь? Как, проживалась? Молодец. Вкусная? Вкусная? Еще да. Будешь? Да. Тебе с собой дать курицу? Да. Да, хорошо. Борщ поешь. Подожди. Да, я тебе кусочек дам. Это какая у нас ниточка? Это белая. Да, она же с ложечкой. Ну-ка. Так, какой бы тебе кусочек тут дать? Вот этот. Вот этот вот дам. Смотри. Вот, на. Вот этот. Вот этот попробуй. Так себе. Так себе? Угу. Что, не очень нравится? Угу. Жуется? Угу. Второй кусочек от нее будешь? Не очень нравится. Что? Не очень, не очень нравится? Что, первая лучше была? Угу. Вот это лучше было? Угу. Так, ладно, тебе вот этот кусочек дать. Так, это у нас с этого... А с красненькой ниточкой, да? Угу. Так, где тут у нас надо нам с тобой найти кусочек без перца, да? И без соли. Угу. Вот так, вот перец мама давай откусит. Нет, не надо. Вот так. Кусай. Оближи. Ну, все на попадает. Вот это вкусненько? Угу. Вкуснее. Вот это вкусно? Угу. Это вкуснее? Угу. Ну-ка на, еще. Что, так вкусно? Угу. Больше клубники. Больше клубники тебе нравится? Угу. Обалдеть. То есть вот это самое вкусное? Угу. Значит, тебе больше всего нравится с красной ниточкой? Угу. Угу. Так, а ну-ка еще раз вот эту вот самую большую курочку. Ну, давай вот здесь вот прям кусочек отломим немножко. Выщипнем. Уж простите, дорогие зрители, что мы вот так тут, да, руками все это дело делаем. Но бусинка уезжает к бабушке. Ну куда ты, что ты делаешь-то? Откусывай. Я потом уберу. Что это было, значит? Очень больше этой курочки вкуснее. Вот это вкуснее? Угу. Вот это вкуснее всех? Угу. Да? Угу. Этой тебе положить бабушке? Вот эту. В красной ниточке тебе положить, угу, бабушке? Угу. Все, я тебя поняла. Хорошо. Твой выбор — красная ниточка. Да? Угу. Блин, ну реально по вкусу я разницы не чувствую большой. Вернее, даже, наверное, никакой. Между каким-каким или между всеми? Между всеми. Я вот сейчас взял крыло, слышишь, полностью съел. Угу. Не чувствую разницы. Так, она одинаково вкусная. Она вкусная, но вот скажи, вкусная. Ничего, да, нету, никакого специи, никаких особенных, ничего. Соль, перец и этот чеснока. Чуть-чуть чеснока специально, чтобы ничего не перебивать. А, ну вот чеснок я чувствую, да, где-то. Вот, может быть, не слышишь, показалось вкуснее там, где чеснок попался. Чеснок во всех трех есть. Я понимаю, но где-то... Именно сам чеснок попался? Угу. А вот сейчас я взял полностью, слышишь? Без чеснока. Нет, я полностью взял крылышко и съел по очереди. Я никакой разницы не ощутил.
Да, Саш, на самом деле это нет разницы, называется. Потому что если бы была разница, действительно какая-то ощутимая, ты бы сразу это заметил. Ну, нет, по плотности есть. Вот я тебе завязанными глазами дала бы разницу между, допустим, мясным петухом и, допустим, американом, и ты тут же мне сказал, что сухнее. Нет. Если сравнить таких категорий, что это породная птица и бровер. Нет, я тебе говорю американа и мини-мясного, например. Это два как бы петуха. Я бы тоже ощутил бы разницу. Да, ты тоже бы сразу сказал, что это круче, а это нет. Там, допустим. А тут нет вообще разницы, ребят. Тут хоть тресни, разницы нет. А вот разница между желтым и красным помидором есть. Можешь попробовать. И угадаешь. Это действительно есть разница. А слушай, ну может мы не гурманы? Может быть. Может мы не понимаем нифига. Подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, ставьте все уведомления, чтобы не пропустить наши будущие дегустации цветного бройлера и бройлерной цесарки. Но по сарам.